Только что мы посмотрели клип Трилпила. Только что. Поэтому мы нехотя будем сравнивать. Худбой, беги, официал, видео. Смотрим, что это такое. 3.16. Начало. Такое, типа, Эндорфин фильм. Эндорфин фильм. Directed by Владимир Сухов. В фильме «Беги». Смотрим. Смотрим внимательно. О. Допустим. Допустим. Художественный фильм спиздили. Я бы шел из дома, никогда не возвращался, я бы забыл. Лютый крик и ваши пьяные гримасы, мне не слышать бы скандалов, и мне ну, такой, да, с идеей, да, клип? Просто сыном быть и предков очень классно. Если честно, я бы тысячу раздался. Но судьба меня бросала, говорила, что есть маз. На тысячу вариантов, на тысячу новых шансов. Просто делай все по совести, потом тебе воздаст. База, бро. Гиганды, я думаю, все впереди. Мне 13 с лишним лет, испытаю первый трип через пару. Я пойму, что не один. Не хочешь, как раньше жить. Ты просто родной, беги, беги. Drum and bass. Пошел такой, да, очень нормально. ДНБшечка. Побежал, беги. Просто беги, 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 беги. Не, идея. Идея и сюжет уже прикольный. 100%, да, визуал, все норм. Главное, как он отыграет и споет. Просто беги, беги, просто беги. Букет проблемы с психикой. Ты косишь алкоголем, но приносишь вред родным и близким. И как вы слышите, я вдохновлялся лирикой. Довольно масштабненько. Я видел это и пришел тебе с самого низа. 30 пар кроссовок, а тик не стал счастливым. Гараж музыка того, что не могли позволить. И только музыка делает меня тут сильным. И где бы ни был, я буду про детство все помнить. Там, откуда я, все умерли от передоза. Я не забуду, как малая задыхалась газом. Я заплетаю эти строки сейчас, как будто косы. А ты резинкой затяни, не вздумай расплетаться. Я под матрасом триганде. Мне 13 с лишним лет. Через пару лет. Очень интересно, что пошла сюжетная линия вторая с машиной, с дорогой. Потому что если бы она продолжалась на том, что ты флексишь в этом ангар это или что какое-то, я не знаю, что это такое. И вот бежите, да? А, вот так, да, короче. Сюжет очень жесткий. Слушай, клип вообще заморочились. Да ладно. Просто беги, 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 беги. И чё, гоу? Ну нет же. Да. Просто беги, беги. Даже так, вы поняли, да, в клипе? Я не зря мозгоебил, да, с переводчиками, с озвучивателями. Это был не Володарский, но близко, да? Клип отличный, реально. Но есть проблема, клип больше, чем трек. Значительно причем. Да, вот столько, я верю, да, что столько людей тут действительно принимали участие, правда. Самара 23. Слушай, спасибо, что показал этот клип, реально. 100% это кликается. 100% это кликается. А, то есть здесь что? То есть беги, вот он спрыгнул, маски, люди, да, убегай от вот этого всего лицемерия, да, какого-то так или иначе масок, вот этих всех людей, которые тебя окружают в масках. Он сам снял маску, да. Смотри, что здесь происходит. Да, и вот пошел, да, он. То есть хорошо, постоянно перебивочка идет между тем, что
он постоянно двигается и здесь поет, да? Угу. Собирает. Да-да-да. Чик. Угу. И люди потихонечку собирают. Все это помаленьку выливалось. Да, все это помаленьку выливалось в картину, в общую. Он подъехал, да, вот он поехал, они приехали, и вот так вот. Ну, как бы, так, чуть-чуть странновато. Вот он приехал сюда, к берегу, да? А, нет, они, получается, бежали в другое место. Да, он один приехал. Они прибежали сюда. А, он приехал маску зажигать, это все понятно, да. Он приехал сжигать маску уже, точно, он ее потом бросил. А, это, да, тут прибежал прыгать, да? Но тут получается как бы не то, что он там с обрыва, да, прыгает. Он прыгает как бы в реальность, не боясь сделать шаг, да? И быть собой, типа. Разбежавшись, прыгнув со скалы. Да. Ну это хорошо, бро. Реально. Это хорошо. Я не думаю, что этот клип победит номинации. Но как будто даже хочется его взять, потому что монтаж очень хороший. Идея, люди, маски. С машины, с одной стороны, там приехал, тут ушел, тут отказался. Здесь там взрослый, молодой, всякие разные люди. Но трек не тащит, бро. Не тащит. Ни в припеве, ни в куплетах. И что касается именно отыгрыша здесь твоего, как будто больше хотелось погружения. То есть все, то есть, да, клип больше, вот одним словом. Вот просто клип больше. Мой мощнейший клип, да. Вот так вот, короче, мы сделаем. Да, опять двоек, да, будет, надо вот один удалить. Правда. Возьмем. Плюс, если забираем, отправьте смс, ну вы поняли. Минус, если нет. В номинацию. Плюс сав на данный момент больше. Точно плюс. Да, ну мне кажется, точно надо забрать его, реально. То есть, как бы, чтобы как минимум мы его подсветили еще раз. Потому что, на мой взгляд, он не перебьет, как бы, да, там, большие клипы артистов, потому что они сильно стакаются. Но работа эта должна быть увидена и оценена. То есть, типа, чтобы люди просто знали, да, что есть такой артист, есть такой, такие ребята, да, эндорфин фильм. Актер Александр Грушковский, режиссер-постановщик Владимир Сухов, Павел Чернов, режиссер механик. Да, и вот, вот такая вот команда просто сумасшедшая, реально. Хореограф-постановщик Екатерина Корнева. Респект. Художник по костюмам. Очень хорошо. Правда. Спасибо, забрали. Это было очень хорошо. Спасибо, что с клипом. Да, посмотрели, потому что совсем другое было бы восприятие этой песни, если бы мы просто оценивали трек. Респект.